Стоп! А теперь самый главный вопрос. Что здесь происходит? В общем, я вам решил рассказать про мой новый аккаунт в CSGO, который я получил совсем недавно, и я уже наиграл на нем где-то 100 часов, и на нем есть керамбит, на нем есть только ТЭК-9, который я вам уже показал, и теперь давайте вернемся назад, и я вам покажу свой аккаунт. Да, аккаунт очень, ну, дешевый, потому что на нем ничего нету, кроме кейсов. Да, я на него перекинул только кейсы, керамбит и ТЭК-9. Больше пока что мне там ничего не нужно. Но это не важно, главное игра, главное то, что я играю. Я теперь могу играть со всеми вами, так что добавляйтесь мне в друзья в Стиме. Мой аккаунт, точнее ссылка на него будет в описании под этим видеороликом. Ну что ж, вот так вот я вам показал, как я играл. Вот мой аккаунт. То есть все лицензионно, никаких пираток никогда и не было. Вот я вам доказываю, что это полностью лицензия. У меня два аккаунта. Первый это с глобалом, и второй это новый аккаунт. На нем есть сильвер. В общем, это все. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.